перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ну чё, привет. Еще раз, блядь, пятый раз. Вот когда у вас 10 тысяч соберется, тогда я начну говорить теперь. Теперь уж точно. Пока музыку послушайте, я просто где-то сорвал голос, даже не помню где. Поэтому не буду даже вам показывать, пока куда я еду и где я еду. Вот когда у вас 10 тысяч соберется, тогда, может быть, я с кем-нибудь поговорю, но уже не с тем, кто мне нахуй пошлет, а кого-то пошлю, но не нахуй. Так что смотрите в темноту, ходите, могу вам вот так еще показывать, что играет по 93.2. А пока просто слушаем музон и пьем чаек, окей? После моих, блядь, 4 эфиров, и я посмотрел сейчас реакцию некоторых порталов. Окей, давайте. Вот когда будет 10 тысяч, вот тогда я кое-что, блядь, скажу для одного портала. Вроде... Екатеринбургская пизда подутихла немного, но если не подутихла, завтра еще будет пару эфиров, а потом будет еще пару эфиров, а потом уже будет трек. Если уж на то пошло, хорошо, я запишу «Опасный пассажир». Окей? Лугэнг, ари-ари. Сидащей. Ну вот, вас уже 3000, поэтому... Ну, хотя бы для 3000 я засвечу свои штаны. Охуевший Люганг, хоть и Спартак сзади, но я не гоняю никогда ни за кого. Напишите, что хотите, я не читаю ваши комментарии, потому что после того, как меня 5 из, блядь, ну, это, то есть, всего лишь 5 тех, кто я увидел, послали нахуй, конкретно, при этом по-разному каждый, я, ну, пока посмотрите на, блядь, на... Можете домой на вот этот стакан, блядь, и на вот этот уголок панели. Вот такие у меня, видимо, слушатели, которые меня посылают нахуй. Когда мне увижу смайлики хотя бы, или там руки, или знак Люгэнг, который, кстати, тоже есть в айфоне. Хотя бы в айфоне он точно есть, это я знаю точно, потому что у меня у самого айфона, так сказать. Всем, кто там что-то пиздит про то, что, блядь, я под чем-то. Ну, я могу сдать, наверное, тест на наркотики, сейчас пройти, но в Красноярск, извините, я не поеду никогда. Это я говорю, блядь, просто, ну, не на 100%, но на 90% точно. Так, что еще хотел сказать? Телочки, которые резко ополчились на меня после того, как думаете, что я окончательно расстался с Кэти. Да, я расстался с Кэти. Это Марат, кстати. Да, Марат, передай привет 3300 человеку. Привет всем. Ну, это просто, чтобы знали, что я могу показать сзади, конечно, но вы пока этого, блядь, это не заслужили, потому что пока не будет 10 тысяч человек, я не покажу ни своего лица, ни, блядь, того, кто сидит сзади, окей? А я боюсь, вам сейчас мое лицо не понравится, поэтому я жду 10 тысяч и хорошие комментарии. Плохие комментарии я, конечно, читаю. Вот, 3500. Это мало, чтобы показать вам, например, что я слушаю. И если из рэперов, я прямо говорю, без всяких вообще, без обид просто. Если у кого-то на меня что-то есть, прежде чем я сам начну на вас выебываться. А вы знаете, я умею выебываться круто. Мне даже говорить больно, но как-то эти же, блядь, прямые эфиры нужно чем-то заменять, хотя бы чаем, да? Иногда хотя бы. Может, вам еще показать, какое радио я слушаю или в какие штаны я... А штаны я показал, извините. Пока все в тех же, блядь, в своих, понятно? Ну и как бы, давайте... Если кто-то из нормальных рэперов сейчас есть или смотрит мой эфир, из тех, кто или даже мой друг, то есть, ну, у меня таких мало очень в рэпе. И тот, кто, да, вот это, вот такие знаки мне нужны, да, собака, да, привет, вот это Люганг, вот такое мне нужно, глаза, то, что я смотрю, вот теперь я уже, наверное, на чуть-чуть, блядь, готов прочитать ваши комментарии.
Но я вам не 6ix9ine, извините, я не буду, блядь, понтоваться, блядь, своим единственным тахо, хотя он у меня далеко не единственный. И моему... Ладно, об этом потом, об угрозах, обо всей этой хуйне, о людях, которые хотят там спалить мои тачки, блядь. И так, блядь, настолько, блядь, на этом настаиваю, что одну из них придется продать. Извините, но у меня их несколько. И ни одна вот эта, как у Текаши, которого закрыли. И дай бог, не дай бог никому попасть, конечно, в такую ситуацию, как Текаши. Мне очень жалко, не очень жалко, но, блядь, конечно, охота, чтобы он получил жизненный урок небольшой. Надеюсь, что небольшой он там урок жизни не получит. Но если вдруг он выйдет под залог, под 50 лямов, ну, это я вангую просто, как иногда у меня получается. В реп-центре еще немножко посиди, а потом про реп-центр я с тобой свяжусь. Ха-ха-ха-ха. Я наглухо, да, как всегда, собственно говоря. Куда еду, тебя ебать не должно. Люганг — это сила, это точно. Это не то, что сила, а это охуенная сила. Но вот сейчас для начала я готов с кем-то из вас, я думаю, что кто-то сейчас из, блядь, сколько у нас там рэперов, блядь, в России нормальных? Ну, не знаю, 6, 7, 8. Вот я с любым готов сейчас поговорить, если кому-то есть что мне предъявить, или кто-то мне хочет что-то приятное сказать, типа... Ну, пообщаться со мной, типа, не знаю. Вот Заик 1708, мне это не тот, кто мне нужен. Кто-нибудь нормальный. Пока смотрите на панели лучше. Посмотрите куда, где вот там, где, блядь, шлюхи стоят. И послушайте какое-нибудь радио уёбское. А как, это какое радиодача? Чё ты зеваешь? Ты встал? Время всего лишь, блядь, 8 утра. Я еду домой спать, если вас это сильно так интересует, я еду домой спать. И вас не должно ебать, сколько я спал и докурился ли я, блядь. Я делаю, как бы, да, наверное, как-то без вас, без пиздюков решу. Да, но можешь так считать. Я же даже не буду говорить, что шутка охуенная. Я помолчу и послушаю музон, почитаю ваши комменты. Если пока я не доеду до дома, не будет вас 10 тысяч, значит, вы меня просто в хуй не ставите. Не вы... Не в первую очередь, для меня сейчас в первую очередь, вот эти 10 тысяч мне нужны, чтобы я сказал свое мнение о портале «Русский рэп» на ВКонтакте. А пока слушаем радио. Не, я к тому, что у нас страна, знаете, по стране как бы, блядь, 9 или 10 часовых поясов, я хуй знает, иногда я ошибаюсь по-русски. Кайфует, балдеет. Я всю жизнь кайфую, балдею. Вы ебоны, да и только, да. Музон потише, хорошо, сейчас сделаю. Несчастное чбо, я услышал. Ты жди звонка. Он опять сорвался, ну ладно, думай так. Представляешь, слышишь, какие у них мнения обо мне? Ну, слышишь, вот то, что я читаю, это то, что мне пишут. То есть я нормально, блядь, не читаю, а читаю то, что мне пишут, чтобы ты понимал, какие у меня поклонники. Ну, что-то даже близко не пахнет 10 тысячами, хотя я не знаю, сколько сейчас во Владивостоке, но точно не 8 утра. Поэтому все еще вот панель для вас. 7 часовых поясов, да, точно, наверное. Ну, плюс 7, я думаю, что из Владивостока, ну, хотя бы Женя JS может выйти в эфир. Но чему вот это все, это не ко мне. Пиздобол. Это все мне пишут. Это я тебе просто читаю плохие самые, чтобы... Ну, хорошие пропускаю, я тебе просто самые плохие озвучиваю. Что обо мне думают долбоёбы, понял? 15.00 во Владике. Ну, вот я думаю, если Жека Джесс смотрит, я бы Жека Джесс из Владика... Да, очень хорошо. Жека, напиши просто, что ты здесь, и я тебя, блядь, вызову в прямой эфир. Я тебя вызову в прямой эфир, Жека, даже, может быть, свое лицо покажу. Но что-то у всех, как бы, да, все или еще спят в 8 утра, или уже легли все рэперы серьезные. Ну, они, блядь, же серьезный режим ведут, поэтому... Или им со мной не о чем поржать, или я просто поуебываюсь на рэперов немного уже.
Ну а в конечном итоге, если у вас не будет 10 тысяч, то когда у вас будет 10 тысяч, я немного порамшу, блядь, с одним порталом, потому что каждого посылать нахуй тоже дохуя части. Так что музон пока. Когда нормальный комментарий увижу, тогда я, блядь, и позову на совместный эфир, независимо от 10 тысяч. Просто чтобы это был нормальный прямой эфир. Знакомый хотя бы мне человек. Стал самым популярным райдером мира. Не только... Нет, это не то, что я хочу послушать в машине. Иди нахуй, уже не работает. Это уже сегодня сработало, и огонь с кем сработает попозже. Ладно, я подъезжаю к дому. Ну как подъезжаю? Ну еще минут. Иди нахуй, да, иди нахуй сам, хорошо. Так уж и быть, я пошлю тебя нахуй тоже. Но мне интереснее просто или знаки Люгэнг, хотя бы один от каждого, или мои знакомые какие-нибудь, кто приветствует меня. Поэтому на иди нахуй и на какие-то провокации пока я реагировать не буду. Ну, то есть, если темноту я показываю, это вообще, значит, я, ну, как бы вообще в шоке от вас. Я в шоке от своих... или нахуй, вот, и, там, иди нахуй, а типа, или нахуй. Он такой, что написать? А сейчас я позвонил, и он такой сказал, да я тебя нахуй не писал, я написал или нахуй, просто букву ошибся. Но если ты меня или нахуй, то я тебя иди нахуй, как бы, понял? Гул, братан, иди нахуй мне пишет. Гул, братан, иди нахуй, нормально? Марат, вот я бы тебе сказал. Вот скажи, вот если бы, извините, я вам фуру показал. Сейчас Марата покажу. Мне сначала себя немножко, а теперь Марата. Вы можете посмотреть. Могут они посмотреть на тебя? Вот так. Погоди-ка, я Марата подсвечу чуть-чуть. Подсвечу Марата немножко. Ну, это просто обычный, как бы, человек, абсолютно. Ну, просто скажи, там кто-то написал, братан, иди нахуй. Ну, это, нет, кто-то, он уже промелькал. Ты, может, я вообще смотрю за дорогой, главное, скажи, думаю, чтобы, блядь, ну, про меня. То есть, не кто-то написал, братан, иди нахуй, я не знаю, кто мне это написал. Ты бы что сказал с такого? Да я бы ему глотку загрыз бы, наверное. Ну, просто такой подходит человек и говорит, братан, иди нахуй. Так все, Петик, наверное. Петик, наверное. Ну, как бы, извините, вот так разговаривает мой водитель, да? И хорошо, что у меня есть 1,5 миллиона подписчиков. Если там Инстаграм, как... А, извините, я свое лицо показываю очередное убитое, или, бля, я ёбнулся. Нет, я просто в спидах, в солях, пару шаров, наверное, и много-много кокса. Сейчас приеду домой, там еще обхуюсь, бля, травы обожрусь, ксанокса, трамадола, валиума. Ну, при этом, ну, чтобы вы понимали, я знаю, блядь, что с чем мешать, блядь, за свои 40 лет. И, ну, пока умирать не собираюсь. Так вот, дальше смотрим, блядь. Панель, блядь. Сука, так называемые слушатели. Фу, я не могу это слушать, извините. Я лучше, блядь, не могу такое. Когда в следующий раз нормально чем поставить. Я пока нормального ничего не сделал, и не сделаю, мне кажется, наверное. Хуй дождетесь. Фу, ну а это... Какой радиодача у тебя жена не слышит? 94,2. Вот это сейчас как раз. 92,4. 92,4? 94, но лучше поговорить. Вот это. Вот это волосы музон. Вообще тысяча. Да окей, ладно. Вот так хватит. Вот так вы знаете, где я живу? Окей, ладно, вот так. Да хуя понтов еще скажите, а я могу просто себе позволить кое-что. Че, узнаете где-то местность? И можно я погромче сделаю? Ради Бога, через время протяни. Думал, они подзрулся. А это няня, говорит.
Это он сам. Он сам оказался? Да. Хорошо, что еще хотя бы, блядь. Бля, ну где ты? Владивосток. Салют, Женек, салют. Салют, давай. Че там, как там? А, сейчас погоди, отведусь. Алло, алло. Владика, салют. Во что? Блин, собака. Собака какая-то. Кирка, ну ничего, я подержу сам собаку, ладно? Я надеюсь, что... Да я сам заберу. И... Иди сюда, иди ко мне, иди мой собаку. Е, что-то вообще лагает связь. Ну потому что, может быть, ты... Это ты во Владивостоке, а я хуй знает где, просто вообще в жопе какой-то нахожусь. Гучи, домой, Гучи! Жека, Джесс в здании, Леха Гу в здании. Все в здании, это, выполняем задание. Я пока не буду, блядь, показывать, что у меня вокруг, потому что все так спросили, мне кажется, не знает. Ну, у тебя, судя по новостям, прям очень тупит связь. Да? Да, 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 прям? Скажите, а вот сейчас тупит связь? Вот если из Владивостока отключился пацан, тупит связь просто? Вы мне скажите как-нибудь вот так. Это если все нормально. Я просто больной, пойду в дом, ладно? Ну, в доме там, в принципе, у меня никого нет, можно сказать. Ну, почти никого. Нормальная связь? Не очень нормальная связь. Лагает пиздец, Женек, у кого? У меня, у тебя? Даже сейчас хуёвая связь. Да? А, у тебя же не укопал. А тогда я продолжаю с вами общаться. Я только в дом зайду и буду только вот так вот, близко свое лицо максимально показывать. Это недолго продлится. Совсем чуть-чуть. Сейчас я... Ну, я понял, что я 10 тысяч не дождусь, но... И, наверное, даже этот портал, потому что, блядь, нахуй, в принципе, нужен портал. И без него, наверное, я думаю, справлюсь. Я думаю, все понимают. Давай, спасибо большое. Он закроет дверь? Да, он закроет. Я, спасибо. Все, я домой спать, да? Можно, можно пойти спать домой? Да, я знаю. Так. У меня, конечно, не, блядь, не особняк, как писали некоторые СМИ. Но я все-таки больше уважаю The Flow, чем какой-то их, да, какую-то хуйню, но, ну, скажу, хулигане, my nigga. Всю жизнь, собственно говоря. Вот. Так что. Оля, ты не спишь? Я тебя позову, ладно, попоешь тогда. Спасибо большое. Ну, там одна тёлочка, как бы, у меня всегда наверху тусует. Здесь нормальная связь, это просто Wi-Fi уже. Но он у меня такой же Wi-Fi, как бы, блядь, как у Жеки LTE. Сейчас. Извините, можно я сниму свою вот эту какую-то левую толстовку непонятного производства, беспонтового качества? Это антиреклама, значит, тоже реклама. Ой, я что-то все выверсил, все, и КТ, и G, я такой весь про любви, блядь. То есть я зашел домой, и вас стал еще меньше. То есть, ну, хотя бы из Владивостока один рэпер нашелся смелый, и который сейчас не спит. А вообще-то эта музыка очень любит смелый. Ну, пускай, как бы, да. Окей, вот прям грубо говоря, максимально грубо. Как считают, блядь, большинство, нахуй, недалеких людей, блядь, кто меня слушает или фоловит. Но давайте сделаем так, что я мусорнулся. Вот я мусорнулся. Да мне хуй класть это, ну правда. Я не хочу даже этому уделять какое-то время. Наверное, просто будет трек,
не наверное, блядь, а будет трек. Я не хочу никакие деньги с этого поднять, а вот с этой шалавой, блядь, я, наверное, без пизды, вернее, не шалава. Может, договариваюсь, или так называть. Можно я хотя бы руки помою? Ну, я могу все это при вас сделать и ждать, пока у вас будет 10 тысяч. Поверьте, вы, блядь, скучать не будете, время всего 8.13. Я обычно ложусь где-то в это время, но часа два я еще продержусь. Сейчас, секундочку, это не всем, это... Так, чисто, блядь. Это просто молодым, блядь. Молодым и сильно в себя поверившим пиздюкам, окей? А руки можно теперь помыть? Спасибо. Пиздец. 3800. Ну, короче, ладно, 4000, да? Ты чё, охуел? Ты птахи, ну, нет, ой, фу, извините, я тебе не произнесу никогда. Правда, но обещал просто, блядь, сам себе. Вырвалось, так сказать. Можно я умоюсь и потом на вас посмотрю, блядь? Если вы хотите, чтобы я на вас посмотрел еще. То есть нет, если я хочу, чтобы я захотел на вас посмотреть. Я что-то охуел, может, конец просто, может, наверное, я, блядь, 3 года рэп не писал, или там, ну, не 3, но 2.5 точно. Нет, записал мысли, конечно, базара нет, охуенный альбом. Охуительный. Вообще, мне кажется, лучший в моей жизни. Но я 3 года не писал, а сейчас что-то написал, там, без 7 треков за 4 дня. Может, поэтому меня, блядь, немного прёт. А может, и может быть поэтому вам дохуя всем кажется, что я под чем-то, блядь. Я думаю, меня вот из рэперов поймут, ну, не знаю, человек на пальцах одной руки, что можно с помощью рэпа не спать, блядь, по 3 дня, по 4, потом поставить себе капельницу, и сделать укол, поспать 16 суток, потом написать еще рэп. Я, честно говоря, не знаю, когда я усну, но я вам, блядь, клянусь, что... Окей, я курил. Окей, сегодня я покурил травки. Можете приехать, я могу поставить банку, блядь, там найдете травку, но ничего другого. Как есть, блядь. Ну, правда. Не нюхал. Если вы думаете. И пожалуйста, не думайте, что если я буду нюхать, то я буду нюхать соль. Сука. Я не вижу ваших комментариев, потому что я без очков сейчас. Извините, не успел прочитать, блядь. Ой. Оль, закрой дверь к себе, я матерись буду просто, мне кажется. На. Закрыть дверь и лечь спать. Спасибо большое. Сколько идет этот эфир уже, а то мне сегодня... Пару человек уже звонил, сказал, не дохуя ли эфиров для целого, для одного дня. Ну да, такие эфиры просто каждый день хуярю. Короче, 4000, ну уже что-то, уже вы достаточно посмотреть на мою, блядь. А, подожди, а нет, на мою, блядь, вы пока не увидите мою, блядь, никогда. Одна есть, но вы с ней не познакомитесь. Не, хотя многие с ней знакомы, наверное. Может быть, даже я уже не знаком. И я уверен, что это, блядь, тоже смотрят. Но теперь она меня видит только вот так. А, извините, я показывал свое лицо охуевшее, чтобы я не читал про соли и про всякую эту хуйню. Короче, про наркотики. А, че там про телок начал писать? Что-то говорить о ней. Так отвык от, блядь, эфиров от этих. Вот это уже, смотрите, поползли, да, то есть просыпаются люди потихоньку. Ну тогда уже можно не это. Ну, как бы, если кто хочет еще повоевываться, сказать, слышь, ты там, мусорнулся, но давайте вам с вами в Инстаграме пообщаются или в личку позвонят. Ну просто на общение. Я не скрываю, что у меня какие-то связи есть, но я не бандит, окей? И у меня нет таких связей, как у большинства из тех, кто строит из себя рэперов.
Губ, сколько ты прокайфовал себя? Так когда? Так, но продолжаю пока еще. Кайфую всю жизнь, сколько себя помню. С пиздой порешал, не знаю, но как-нибудь, я думаю, без вас справлюсь. Без всех вообще вас. С одной пиздой уж я уж точно справлюсь. You got me, my niggas. Короче, рэперы все спят, да? Чем усорнулся, блядь? Давай. Ожидание. Ожидание человека по имени снесло. Пока я другие комментарии не буду читать, если он отключится. Отклонил приглашение. Так, ладно. Ну, извините. Ну, что-то у человека, видимо, отключился. Села батарейка. Точно. Просто внезапно. Сейчас он еще подумает, чтобы такое не писать, чтобы я его вызвал. На мини-баттл. Попроще будь ко всему относиться. Ты тоже где-то слышал. Так, ладно. Пойду, наверное, наверх потихоньку. Извините, но у меня, конечно, не как у некоторых русских, блядь, рэперов. Дохуя машин. И многоэтажные особняки. И машины при том разные. Особняки пиздецки многоэтажные. Сейчас я проверю строительство. Своей студии пока не придумал, как она называется. Короче, если кто-то заметит из тех, кто из вот у них есть 5000, это уже интересно. Видимо, кому-то нравится, да? Аталика, прямые эфиры. Ой, кого я вижу. Ну, просто, извините, что не маленькая, конечно, но вот большая собака ищет меня, честно говоря. Ну и если будет 10 тысяч, мне, конечно, будет лень туда пойти и поиграть с ней, показать, как я играю, как я вообще, блядь, обращаюсь с этой собакой. Ну, вы поняли, то есть вот с этой именно собакой, я не знаю, можно ее увеличить, которая сейчас смотрит на меня. Он меня уже спалил, думает, но там строитель и, что интереснее, хозяин. Но он, короче, пизду, ладно. Речь не о собаке. Но собака есть такая. Я маленьких просто перестал любить. Теперь мне большие нравятся. И такие, ну, неплохие, и как бы из порядочных семей. Когда 5 будет, может быть, что-то новое скажу. И еще раз, не лайкайте, пожалуйста, ничего. Не лайкайте, а то будет, блядь, лагать эфир. Я живу не в центре. Ну, пока вот так, ладно, когда... Сейчас я там свои всякие процедуры сделаю, буду оставаться, блядь, в эфире. Что-то неинтересно, тогда вы, блядь, проматывайте. Ну и показывать вам свой дом тоже особо ничего не охота этого. Спросите у пизды одной. Она знает здесь все, по-моему, мне кажется. Мне кажется, она даже сфоткала вот это, блядь, как это, сука, даже называется, я уже забыл. Кто-нибудь напомнит. Перила, поручень, хуй знает. Да. Ну вот это я могу показать как бы всем, окей? Это типа пока. Там опять я. Это непонятно где, да, куда я зашел? Че, куда посмотрим? В темноту или в потолок, пока я, блядь, не переоденусь? Руки я уже помыл, а? Давайте, лучше в темноту, я понял. Че вы там, без музыки даже сидите, да? Сейчас поставлю что-нибудь. Блять, да, поставлю. Хотите, вас могу поставить, любого. У кого вены есть. Извините, мне просто каждые 15 минут меняются номера. Как вы сами поняли, у кого. То есть, ну там они менялись. Блять, не лайкайте, пожалуйста, телки, не лайкайте. Ну, темноту вы лайкайте, или что? Сейчас я вам покажу прикол. Сейчас я вам такой прикол покажу, вы охуеете просто. Просто охуеете.
Ну вот, например, вот он показывает, когда звонит входящий вызов. Блять, это не входящий вызов. Но иногда входящий, но смотря кого. Смотря кому звонит. Ну вот незнакомый, например, да? Ой, ну видели, что я нажал, но я не успел. Сейчас я вам покажу этот телефон, просто дайте я быстро чуть-чуть. Товар, знаете, такой товарный вид для приму, что подольше продастся. Я же за все получаю деньги и пишу, блядь, треки только за лаве. Так что, ну, посмотрите, блядь, в темноту пока еще немножко. Прям совсем чуть-чуть, пока я одену шорты там и нормальную майку. Ну, не нормальную, а домашнюю. Давайте, ну, хотя бы. Я не читаю ваши комментарии, пока одеваюсь, извините, по-моему, у меня и так дохуя в прямом эфире. Сейчас я. Не, это для вас слишком круто, поэтому для начала ознакомьтесь вот с этим. Блять, меня заебали названивать, вы сами понимаете, от кого. От того, кто отдал мой номер всем. Я сейчас просто включу этот телефон и покажу вам, что что мне там пишут. То есть я даже отключаю все Wi-Fi, хуяи, блядь, и... Короче. Ну, мне все равно продолжают звонить. Может, я что-то забыл отключить? Ну, как бы, вот так вот. Я могу поставить даже вот, блядь, сука, телефон, чтобы он звонил. Ну, он перестал звонить. Он только что, блядь, вибрировал. Ну, ладно, хорошо. Мне... О, ну пропущенный, то есть Олеся какая-то. Это не моя Олеся точно, позабывшая. Она по-другому у меня записана, но точно не Олеся, я надеюсь, вы понимаете. А это как бы кусочек моего плейлиста, я надеюсь. Ну, кто-то хоть залайкал. Бля, я забыл, что у меня спят люди в доме, просто пиздец. Я такой лох иногда бываю. Ну, чаще всего. Большую часть времени и лоховскую музыку начал слушать. Расширяю круг, бля, тёлок просто, чтобы запутать. Извините, он толчок может показать еще. Сейчас куда-нибудь положить вас, где нету женских вещей, которые были когда-то, блядь. Ну, окей, потолок. 3000, да, я понимаю, что для потолка это достаточно шикарно, я бы сказал даже. Так сказать, расширяется був, окей. Ну, нормальный, кстати, панч. Я, знаете, вообще так, ну, стараюсь расширяться иногда. Ой. Сейчас, сейчас, блядь, тебе просто надо было... Ну, как бы я зашел сюда вместе с 2000 людьми домой и такой говорю, сейчас я секундочку отойду, можно? Ну, Оля, подождите здесь, вот это типа того. И через сколько, я не знаю, время прошло, минут 10, даже меньше, человек вам вернулся. Окей. Я поссал, извините, блядь, руки помыл, извините, блядь, что свой хуй не показал, как Паша техник или жопу, блядь, свою. Я думаю, многим это нравится, поэтому у него все заебись, блядь, слава богу, идет. Тоже бесит. Пока. Не, ну, вообще, я Пашка люблю очень, но пока смотрите на мои ноги, если у вас, блядь, с полтора ляма 3000. Хотите гардероб хотя бы покажу свой? Ну, не весь. Конечно. Ну, то есть основной весь гардероб вот за этими вот, ну, вот за этими стеллажами, это зеркало, блядь, ну, чтобы, ну... Может, там не Баленсиаго, блядь, и Живанши, но там дохуя шмоток, которые я отвожу, на, блядь, на район. Это по поводу любой хуйни. А вот там моя собака бегает. Я не говорю, что, блядь, что я там чего-то боюсь, хотя чего-то побаиваюсь, на самом деле. Чего раз, блядь, я так хрен пугаюсь, когда я вижу эту коляску у себя дома. Мне кажется, я кого-то родил, блядь, недавно. А я, походу, родил. На самом деле. Но об этом в другом эфире. Короче, сейчас я сделаю все что-нибудь, блядь. Бонг может... А, блядь, сука, опять у меня кончилось все. Хотя нет, не кончилось. Кое-что есть, но...
покурю я потом. Да, Ян, ты же знаешь, что у меня полный дом наркотиков. Короче, давайте закончим, ну, потому что, знаете как, утро что я дохуя, по-моему, показал вам из своей личной жизни. Просто вообще большинство рэперов, всех нормальных, даже таких привыкли вообще о личной жизни ничего не говорить. Никто вообще ничего не говорит, как бы есть красивые фотографии, но где живет, но вообще теперь я понимаю, почему. Вот я понимаю, вот поэтому хотя бы, блядь, вообще человеку я могу сказать, потому что он сразу знает, в какой комнате нахожусь. Ты моя нега. Вот это моя нега. For life. Ну, как бы вот в ком, а в нем я не сомневаюсь до конца своих дней. Пошел грустно, ему показалось, что ему не показалось. Сейчас просто потусуется. Это потому что открыто окно, он слышит мой голос. Ну да, просто я люблю больших собак, как бы. Знаете, раньше маленьких любил. Пошел, погрустил. Так, ладно, мы не для этого собрались. Ой, извините, я вам показал свой глобус. Может, вам другой глобус показать какой-нибудь? Не этот вот. А вот этот, например. Ладно, все, хватит. Шуток хорош. А, чай забыл сделать. Но пока все равно ноги. Пока у вас 4000 из 1,5 миллиона. Слушайте, ну правда, на самом деле, если вы хейтеры, блядь, которые смотрите меня, чтобы написать мне хуйню, лучше, блядь, ну правда, это мой вам совет. Мне похуй на крайние, последние слова, последние, крайние. Я просто, ну, для меня последние и крайние — это одно и то же. Просто это у, как мне пояснили, кое-кто, это у тупых спортсменов такая хуйня, типа, блядь, это была... точно последний проигрыш. Нет, крайний. Последний не говорил. Пусть будет крайний, но он не последний. Но я не спортсмен, окей? Завязывай сам. Меня несет, может быть, даже кого-то нахуй еще раз пошлю. А потом кто-то об этом пожалеет, потому что я его пошлю, блядь, нахуй, блядь, за дело. А если кто-то меня пошлет нахуй, я отреагирую нормально. То есть меня можно послать нахуй так, что я нормально отреагирую, чтобы вы понимали. Понятно? Нам только надо уметь. И это удается только паре-тройке людей на том глобусе, который вы видели. А пока, наверное, можно тарафлю выпить опять то же самое, потому что я заболелся ебать, можно сказать. Не заебался болеть. Но и в первую очередь я хочу передать привет, конечно, Эдгару большое за то, что он заботится о моем здоровье, что он постоянно переживает, где я, как я, сколько у меня температура, и вообще, и живой ли я, блядь, и с кем я сплю, блядь, и с кем я поехал домой. А это вот опять майонез. Ну, один... Ой, это я. Сейчас. Себя-то я еще успею показать, поверьте. Это вот майонез таджикский. А это, ну, вы знаете, короче, все, они играют. Это они так играют. Вот. Что-то наркотиков, да? Ну, я просто спрятался куда-то, убрал. Бля, не помню куда. А, пепельница. Может, пепельница? У меня растаманская пепельница. Мне за это... Ладно. Пизду. Слишком много меня на сегодня. Но это не закончил. 4... О, но 200 человек больше. Окей. Пока делами занимаюсь, я не думаю, что за последние 3 эфира я вас заебал больше, чем за последние, блядь, 15 лет почти. Но пока не будет 10 тысяч, блядь, здесь серьезного разговора не начнется. Там мой разговор особо не серьезный, но мне кажется, я стою больше, чем 10 тысяч. Я же продаюсь, как все вы пишете. Ну, я такой продажный наркоман мусорской просто, которого, блядь, вы слушали все 15 лет, а сейчас все вдруг, блядь, поменяли мнение. Благодаря, блядь, колготочникам, блядь, с крашенными ногтями. И вы иногда кто-нибудь, надо не всем только писать, но вот кто-нибудь, один ответственный, будьте ли 2-3 человека, чтобы я слишком длинные эфиры не записывал. Под кексом, да, гуф. Тебя что, девушка бросила? Не, никто не бросал, мы расстались нормально. Сейчас вернусь. Можно я тороплю? Налью себе
или успокоительный чай, или горло прополоскать. Вот думаю, что бы сделать. Наверное, прополоскаю горло, наверное, потом. Уже после вас. Пиздец, я ебу, блядь. Поклонники у меня. Ой, извините, музыку забыл вам поставить. Сейчас я какой-нибудь из колонок Коберна, которая играет, и поставлю. Все нормально, музыка, все нормально. Меня слышно, извините, что без наушников, блядь, не совсем я, блядь, готов к эфиру. Вот я, короче, не буду на всю вашу хуйню, блядь, реагировать, которую вы любите, постараюсь. Фу, ну вот, типа, ширяется, он не чай заваривает, а ширяется вот на такую хуйню, на, блядь, под чем я, не под чем, я даже близко не хочу разговаривать. Если просто меня чем-то заденут, ну, если, то есть у меня так хуёво настроение достаточно, мне и так посадил горло, блядь, я не знаю, где, правда, что это ангина или это, блядь, просто я орал так на прораба, который мне, блядь, строит дом уже, блядь, хуй знает, сколько не может построить. Но мне на это похуй, да все, меня волнует одна. То есть, чтобы вы, блядь, понимали, я, блядь, не специально, блядь, ношу этот, ну, как называется, Барби Блинк. И не специально я, ну, в нем сейчас, а я его ношу просто потому, что у меня его не хотят забирать обратно. И не хотят забирать обратно именно из одной пизды. Так вот, я хочу этот, блядь, эфир прямой. Извините, блядь, мои три сука, с небольшим, блядь, человек, что, блядь, что-то мне там говорят, что я охуел, приохуел. Но, и при том мне это говорят люди, которые знакомы, блядь, с любого. Можно я нас потише сделаю? Хотите, выключу его вообще. Хотите выключить нас, ну, блядь, чтобы вообще, чтобы не мешало нам разговаривать. А то я смотрю, вас, блядь, положил в тишину немножко послушать нормальному зону, вы все такие, блядь, что ты за хуйню, дядя, умораживаешь. А как, блядь, дядя, увидите в лицо, блядь, и смотрится в глаза, блядь, уставшего, ну, который, блядь, поспал, блядь, 16, блядь, часов. Ну да, может быть, я бухал и, блядь, чуть-чуть поду, блядь, что дальше? Дальше что, блядь? И вас сразу, блядь, 4000, вас так быстро, блядь, что мне надо сказать, чтобы вас стало 10? Хуй свой показать вам, я не покажу, я, блядь, я еще раз повторюсь, извините за повторение, я не техник. Так вот, я хочу, чтобы вас стало 10, и чтобы, блядь, поставить точку на сегодня, я надеюсь, что навсегда, но, походу, на сегодня только, потому что я ожидаю какого-то ответного шага, но пусть как-то кто-то там где-то переспит, блядь, с этой мыслью, или с кем-то и с мыслью, или с кем-то с несколькими и с одной мыслью, блядь, все той же, как бы, блядь, меня развести, блядь, на лаве, на какую студию меня сводить, на какую программу, блядь, куда, на какой канал, кому что рассказать новое, как бы его еще наебать, я не, блядь, ну, я не Лил Памп, блядь, сука, слышь ты меня, нахуй, я не Лил Памп, которого можно развести на деньги, блядь, и я не говорю, что я, блядь, пиздец япончик, царство мое небесное, но я не мусорской это, во-первых, как ты это говоришь. Я на это тебе, блядь, еще очередная порция, блядь, хайпа. Хочешь, чтобы я факты все предоставил? Тебе мало фактов, то, что я уже предоставил здесь, тебе мало. То есть, вот что я хотел показать. Я даже нас ради этого выпишу, блядь, страна, прости. Это... Фу. Дайте в тишине хоть посидим и посмотрим на небо, блядь. Дайте чаю попью. Ну или уколюсь, пойду, блядь. Вот этим чаем, блядь, сука, как заебались этими наркотиками. Я сам от них заебался, вы мне все время про них напоминаете. Окей, извините, что я... Ты же замусорился, давай, иди сюда. Леон Панченко. Дядь, ну ты посмотришь потом в этом. Ну, вот здесь, в принципе. Что-то, где он? Ожидание. А он сейчас снимет, блядь, шагов надо записать. Если он нормальный, то он просто снял бы. Если он так, то он сейчас, наверное, ищет диктофон, чтобы потом это поставить. А самый ненормальный.